Молодая семья в Саранске за пару минут осталась без детской коляски. Это случилось еще 5 января в подъезде 35-го дома на улице Степана Разина. Вечером после прогулки супруги оставили средства передвижения на лестничной площадке, а утром коляски уже не было. Молодые родители написали заявление в полицию. Примерно в 22 часа 40 минут мужчина и женщина совершили хищение с подъезда одного из домов по улице Степана Разина детской коляски серо-желтого цвета. Выяснить, кто угнал коляску, помогли кадры с камер видеонаблюдения, установленных вблизи места происшествия. На записях видно, как курящий мужчина 40 лет еле справляется с управлением детской коляски. Рядом с ним белокурая барышня примерно того же возраста. Сейчас эту немолодую пару разыскивают полицейские и просят всех, кто узнал злоумышленников, позвонить по телефонам, указанным на экране. В МВД напоминают, чтобы исключить подобные преступления, собственникам необходимо заносить коляски домой, либо обеспечить их антикражными устройствами. Анастасия Семушева, Александр Зюзяев. Программа «Происшествия».